Всем привет! Сегодня воскресенье, в Слободе начинается кубок открытия сезона 2018-2019 года по волейболу среди мужских команд. Так что мы здесь стоим, пойдемте посмотрим. Как всегда, когда в Слободе проходит такого рода кубок, становится интересно, бывают ли какие-то сложности у организаторов этого турнира. Сложности у нас никогда не возникают, поскольку мы уже в течение 20 лет проводим эти соревнования. У нас большой опыт в проведении, сложности нет. Единственное, что в этом году заявилось большое количество команд, 16. Немножечко переделали свой формат проведения и... Таким большим турниром требуется хорошая подготовка каждой команде. От нашего города и района участвовало сразу 5 команд. И, конечно же, у каждой была своя система тренировок. Да, хоть они из одного города, попасть в лидеры хотелось каждому коллективу. А для этого надо было показать все свои сильные стороны. Да, у нас ежегодно проходят подготовки, то есть команды тренируются в своих залах. Потому что у нас участвуют команды иногородние, у нас открытые. Поэтому приезжают с Москвы и Зеленограда, Солнечногорск, ближайшие наши города, с которыми мы дружим и ездим. Они к нам на соревнования, мы к ним на соревнования. Устраивая подобного рода состязания, организаторы преследуют две цели – развитие данного вида спорта и развитие самого турнира. Каждый хочет, чтобы его турнир пользовался спросом. Каждый год увеличивалось количество участников, и сам турнир становился зрелищнее и интереснее. Ну, цель – популяризация волейбола. Вы же видите, у нас и молодежь участвует в соревнованиях, и школьные команды, представители США, Солнечногорск участвуют, взрослые. То есть я думаю, что волейбол – это хорошая популяризация здорового образа жизни. Приехав на место проведения турнира, мы знали, что стоит ожидать противостояния мужских команд, которые будут бороться до последнего. Но мы никак не думали увидеть среди мужчин маленькую хрупкую девушку, которая играла не хуже, чем парни, и отдавала все силы ради победы своей команды. Я привыкла так играть, потому что я у себя дома, мы играем в таком коллективе. Но соперники сильные, поэтому тяжеловато. Также после первых игр нам стало интересно мнение и эмоции игроков о сыгранном поединке. Было чуть-чуть нервно, привыкали к залу. Ну, разыгрались под середину партии, в принципе, нормально, получилось как-то так, выиграли. Очень тяжело, потому что долго не играли все лето. Сейчас первая игра, первый пункт, очень тяжело. Игра прекрасна, в зале чуть-чуть душновато, так, в принципе, все хорошо. Ну что же, турнир подошел к концу. Мы можем сказать, что это было круто и мощно. Все команды были сильно настроены на победу, и от этого турнир получился заряженным эмоциями. А все результаты мы сейчас вам расскажем. А результаты такие. Третье место заняла команда «Нудль». Следом за ней второе место в упорной борьбе заняла команда «Марита» из Зеленограда. И золотые награды забрал себе двукратный чемпион Московской волейбольной лиги клинская команда «Викинг».